Всем привет, на связи БСК Крипто, и сегодня на разборе у нас новый проект, который запустился буквально вчера под названием Молоко. Проект очень похож на Mass Game и имеет такие же механики, но при этом запустился буквально вчера, и давайте же разберем его более подробно. А перед началом этого ролика не забываем подписаться на мой телеграм-канал «Инвестиции в криптовалюту», там информация выходит гораздо раньше и гораздо более актуальна, ссылка на него будет в описании под видео. Итак, мы перешли в саму игру. И теперь нам нужно будет купить сено. Купить сено мы сможем на маркете, но до этого нам нужно будет пополнить баланс. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на значок тона слева сверху и выбираем количество, на которое будем пополнять. Так как у меня есть уже небольшая сумма на балансе, всего вам понадобится 1,75 тонн, но у меня уже есть 0,43, соответственно, я закину еще 1,35, чтобы мне хватило купить весь корм. И моя корова принесла максимум профита. Вам также надо будет перед этим подключить Telegram кошелек. Думаю, проблем с этим не возникнет. И подтверждаете транзакцию и ждете пополнения. Когда ваш кошелек пополнен, вы просто переходите на маркет и покупаете корм. Давайте сейчас купим корм за 0,5 и за 1 тонн у меня будет полный набор корма. Итак, берем и покупаем. Все, корм куплен. После чего вы также можете видеть профит. И теперь нам нужно пополнить запас воды. Для этого нажимаем на плюсик, где написано «Жажда». И после чего нам нужно получить вот такие вот токены, точнее купить, чтобы их использовать, чтобы их купить, нам нужно перейти в раздел токен, нажимаем на свапалку и тут можем обменять токен. Если не получается, то берем и делаем это с любого другого кошелька, вставив туда свою сид-фразу. Кроме этого, в игре есть также бусты, которые могут ускорять различные ачивки, например, буст реферальный, который покупается за токены и дает более прокачанный реферальный процент, и также буст дохода, который дает зарабатывать больше на 2%. Также улучшается за токен, который, кстати, очень неплохо вырос. И, собственно, можете использовать эти бусты. Учитывайте, кстати, что если у вас жажда упадет до нуля, то у вас добыча уменьшится. И, соответственно, круги будут проходить позже. Давайте теперь докупим токенов. Для того, чтобы это сделать, нажимаем справа сверху, нажимаем «Пополнить баланс» и выбираем количество, насколько хотим пополнить. Я сейчас пополню на 5 токенов, чтобы мне не пришлось пополнять позже и также переплачивать за комиссию. Подтверждаем все это у нас в кошельке и ждем, пока токены начислятся нам на баланс. Также, чтобы вывести свои средства, нажимаете снова на значок Телеграма, после чего нажимаете «Вывести средства», выбираете количество, тут указываете кошелек, где введите ID кошелька, и также комментарий. Это в случае, если выводите на биржу, обязательно нужно указывать мемо, но я бы не рекомендовал, лучше выводить на валет. Собственно, с разбором проекта все. Я сегодня зашел на первую группу в 10.22, и как вы видите, я уже получил профит по всем трем пакам, буквально там за чуть больше, чем 5 часов. Соответственно, игра работает и, надеюсь, дальше будет приносить прибыль. Как видите, я снова купил паки, точнее, еду. И также вывод из проекта я уже проверил, вывод фактически моментальный. Собственно, на этом я заканчиваю свое видео. А в конце этого ролика я также хочу порекомендовать посмотреть мой обзор на проект Pig of Tom, в котором можно будет зарабатывать без вложений, участвуя в лидерборде. А на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо, всем пока!